Места массового скопления людей не работают в рамках профилактики коронавирусной инфекции. В Сергиевом Посаде закрыли один из двух кинотеатров «Космик», тот, который находится в торговом центре «Капитолий». Второй кинотеатр в торговом центре «Семья» на вокзале пока работает, но на официальном сайте компании указано, что на сеансы продают не более 50 билетов, а зрители сидят на расстоянии друг от друга. Закрыт спорткомплекс «Луч» и библиотека Горловского. В дистанционном режиме работает приемная партия «Единая Россия». В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев в очередной раз призвал жителей региона как можно реже выходить из дома и не посещать места массового скопления людей. На улицах Сергиева Посада действительно стало меньше людей. У школьников каникулы, пенсионерам рекомендуется не выходить из дома, часть жителей работает дистанционно или просто переходит на режим самоизоляции. Полки в магазинах не пустуют. Гречка есть не везде, но, как и обещали областные власти на прошлой неделе, перебоев с поставкой продуктов нет. К слову, минимальный коронавирусный набор можно приобрести в вендинговом автомате на дороге к храму. В ячейке за 200 рублей продается гречка, туалетная бумага, антибактериальное мыло и чеснок. Представитель компании, обслуживающий автомат, ранее заявлял, что такое наполнение сделали ради прикола, на фоне ажиотажа, чтобы люди могли приобрести все необходимое в одном месте. А ТВР-24 в очередной раз напоминает: соблюдайте все рекомендуемые меры предосторожности и не поддавайтесь панике.